Всем привет, с вами Сид. И мы начинаем покорять пустоши в игре Fallout 76. Вот буквально игра вышла. Даже, по-моему, на несколько часов раньше. Потому что еще не 14, а 13 число у меня по календарю. Но игра уже появилась в доступе. Война. Война никогда не меняется. В 1776 году наша великая нация осознала, что единственный способ защитить свое право на жизнь, свободу и счастье — это война. Жаль, что отцы-основатели не видят нас сейчас. Мы сражались повсюду, от Окинавы до Анкориджа. Теперь уже у нашего порога стоит красная угроза. И хочет уничтожить саму идею демократии. Вот почему именно сегодня, 4 июля 2076 года, через 300 лет после зарождения, чего-то там мы собрались, чтобы отпраздновать окончание строительства убежища 76. Этот огромный подземный бункер проектировала фирма Voltec, но построили его вы. Народ Америки. Поэтому, если упадут бомбы, если конец все-таки наступит, мы сумеем сохранить наш уклад. Увы, не всем суждено спастись. В убежище войдут самые лучшие и самые умные из нас. Когда война наконец закончится, радиационная пыль уляжется, вам придется возрождать страну. Не только стены и здания, но сердца и умы. А главное — саму Америку. Сегодня мы стоим здесь и молимся, чтобы на земле воцарился мир. Но если суждено случиться иначе, если все же грянет война, мы сплотимся, зная, что в убежище 76 начинается наше будущее. Как всегда, пафосные речи. Так. Доброе утро, убежище 76. Говорит смотрительница. Надеюсь, вчера все погуляли на славу. Даже те, кто слегка увлекся и проспал. Так. Но пора наконец встать и выйти наружу. Мы слишком долго сидели в заперти. Сегодня день возрождения. Угу. Так. Пора покинуть убежище 76, но я никогда не забуду тот день, когда вы все вошли сюда. Вы представители разных рас, религий, слоев общества. Но у всех у вас есть одна общая и очень важная черта. Вы лучшие люди страны. Но что самое важное, вы всегда будете моей семьей. Так. Посмотрим лица. Кого нам выбрать? Сильно заморачиваться я не буду с внешностью. Думаю, сделаем вот так. Что у нас? F лицо. Так, не надо. Дополнение. Макияж, отметины, недостатки, урон, сажа. Я думаю, пойдет. Возьмем это лицо. Готово. Дайте имя своему персонажу. Сид. Настроим фото. Так. Яркость, фильтр. Ё-моё, кислота. Черно-белая. Круто. Дэнди.
Глюконавт, Электро, Улучшение, Дикий Гуль, Гамма, Винт, Ядерная Бомба, Красная Ракета, Насыщенность, Сепия, Сахарная Бомба, Тинтайп, Убежище Синий, Винтаж. Думаю, пускай будет Винтаж. Так, смотри прямо. Пойдет. Фото готово. Так. Мышка. Сейчас, секунду. Как нам добраться? Бой не настроен. Искать там. Фоторежим. Z-меню. Настройки. Управление. Вот чувствительность обзора. Давайте где-нибудь. Так. Пойдет. Так, что у нас тут есть? Кровать, можно отдохнуть. Будильник использовать. Позвенел, хватит. Взять ничего нельзя. Зато можно поиграть на гитаре. Игра на музыкальных инструментах помогает расслабиться. Долгая игра дает дополнительные эффекты. Ясно, как отсюда выйти. Хорошо, пойдет. Кстати говоря, у нас включен звук. Настройки. Игра. Потому что сейчас меня все слышат. Аудио. Режим голосового чата. Нет. Все, теперь, по идее, меня слышать не должны. Терминал. Давайте почитаем терминал. В некоторых терминалах уже есть голозаписи. Чтобы извлечь голозапись или поставить ее, нажмите R. Добро пожаловать в сеть Робко Индастрис. Поздравляю с днем возрождения. Поздравляем всех. Сегодня важный день. День возрождения. Мы готовились к этому мгновению 25 лет. Мы готовы и вы готовы. Америка ждет нас. Так что давайте выбираться отсюда. Смотрительница. Назад. Вы приглашены. Отсчет до дня возрождения. Кто приглашен? Все. Когда? С 22 часов до полуночи. Мы выставили остатки спиртного и распаковали официальные праздничные шляпы и килпачки Волтек. За 10 минут до полуночи смотрительница скажет речь и будет вести обратный отсчет. Хорошего праздника, ребята. Это что у нас? Так, ясно. Это мини-игра. Не интересует. А как выйти отсюда? Так, что у нас здесь? Фонарик какой-то странный. Вещи все неактивны. Взять ничего, я так понимаю. Раковина активировать. Водиться. Зеркала нет. Почему зеркала нету? Я бы хотел посмотреть на себя. Ага. Аптечку нам взять нельзя. Так, что у нас тут? Использовать. Так, выключить, включить. Бибой. Иди сюда, маленький. День возрождения. Чтобы войти в меню Пип-Боя, нажмите Tab. Состояние. Так, ясно. Эффекты, спешл. Предметы. Радио. Так. Все ясно. Ну что ж,
Пора в путь. Переключайтесь между видом от первого и третьего лица с помощью кнопки V. Это такая огромная ответственность. Знаете, Волтек гордится вами, я горжусь вами. Это чья-то чужая комната, ясно? Так, можно ли здесь какие-нибудь вещи подобрать? Жизненно необходимые. О, наконец-то! Я боялся, что вы вообще... Так, что-то, по-моему, со звуком... Тихо. Общий. Вот так пойдет. Крачли, ты нам ничего не сказал толком. Здесь взять ничего нельзя. Так. Видимо, нам сюда. Угу. Что у нас здесь? Оставайтесь. Так. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания. Откройте в меню пибоя вкладку «Предметы» и перейдите в раздел «Помощь». В Апалаче должно быть полно дичи. Удачи. Спасибо. Шкала жажды со временем пустеет. Если шкала жажды стала красной, значит вы сильно хотите пить. Понятно. Все ясно. Так, тут у нас что? Медицина. Стимулятор. Стимуляторы излечивают повреждения в течение некоторого времени. Для быстрой активации стимулятора нажмите... понятно. Антирадин. Про антирадин нам ничего не сказали. Так, это у нас что? Стройматериалы. Предметы, состоящие из компонентов, можно использовать для создания новых вещей. Так, а тебя можно открыть? Мусорка. Видимо, нет. Ясно, ладно. Пойдем дальше. Так. Головной убор для вечеринки. Нажмите G, чтобы открыть меню смайлики. Откройте карту с помощью Escape, затем C, чтобы открыть социальное меню. Так. Нам показывают туда, но я хочу сюда. Закрыть дверь. Диван. Что, нельзя ничего взять? Жаль. Терминал смотрительницы. Добро пожаловать в сеть. Так, понятно, уровень допуска только для смотрителя. Отчет Волтек. Секретно, 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 только для смотрителя. Нарушение VIP 01076. Через 25 лет после закрытия дверей убежища вы должны подготовить граждан к эвакуации из убежища 76, чтобы начать процесс, далее называемый возрождением. Подробная информация будет автоматически представлена вам по мере приближения к этой дате. После дня возрождения вы должны будете найти и взять под личный контроль три шахты с ядерными ракетами под кодовым названиями Альфа, Браво и Чарли. В случае их сохранности вашей задачей станет использовать эти шахты от всех, изолировать эти шахты от всех, кроме уполномоченных представителей компании Волтек, обладающей кодами запуска. Ясно. Поздравляем, смотритель. Убежище 76 – это один из самых важных проектов за всю историю компании Волтек. Мы не скупились на любые расходы, чтобы построить его и заселить самыми многообещающими кандидатами. Под вашим началом находятся лучшие люди Америки, включая выпускников университета Волтек. Ранее полученный вами инструктаж и особые указания по управлению убежищем к этому заданию не относятся. Убежище 76 представляет собой особый случай. Вы должны постоянно заботиться о его обитателях и подготовить их к повторной канализации Америки после...
получение разрешения на эвакуацию. Мы понимаем, что вам предстоит столкнуться со многими неожиданными трудностями. Учитесь, адаптируйтесь и процветайте. Америка рассчитывает на вас. Я, кстати, слышу шаги, кто-то ходит рядом со мной, но обращать внимание пока не буду. Повседневные обязанности. Задача смотрителя заключается в том, чтобы заботиться о здоровье и благополучии обитателей убежища 76. Любой ценой избегайте потерь среди его резидентов. Каждый из них был отобран благодаря его уникальным навыкам после многочисленных тестов на психологическую совместимость. Поскольку многие из обитателей вашего убежища обладают особыми талантами, у вас могут возникнуть трудности при поддержании порядка. В качестве крайней меры каждый из жилых модулей оборудован индивидуальным замком, который позволяет изолировать его обитателей в течение сколь угодного долгого времени. Обращаем ваше внимание, что продолжительное одиночное заключение может негативно сказаться на психологическом состоянии ваших подопечных. Так как дверь убежища нельзя открыть снаружи, не позволяйте посторонним заходить во входной отсек. По истечении периода начального допуска отрядом охраны предписывается сдать оружие и боеприпасы. Для поддержания порядка в убежище допускается использовать только оружие временного поражения. Чтобы возродить Америку, нам будет нужна каждая пара рабочих рук. Каждая жизнь в вашем убежище бесценна, и ваша обязанность – сохранить их все. Обязательное отключение. Наши исследования показали, что даже после кратковременного проживания в убежищах Волтек, многие испытуемые не желают отказываться от предоставляемых ими удобства и безопасности. А в случае убежища 76 это недопустимо. После получения сигнала об эвакуации вся техника внутри убежища 76 будет отключена в течение 24 часов. Система воздухозабора и фильтрации атмосферы будет отключена последней, поэтому вы должны переубедить обитателей убежища, что дальнейшее нахождение в его стенах приведет к их гибели. Птенцы должны покинуть родное гнездо, помыслы всех жителей убежища должны быть направлены на то, чтобы возродить Америку. Так, ясно. Архивные файлы. Наступил день возрождения. Мы отсчитали минуты до полуночи. Я не видела, чтобы люди так радовались с тех пор, как в убежище родился первый ребенок. Я объявила отбой пару часов назад. Пришлось приказать охранникам уложить некоторых в постель. Потом мы с добровольцами экипировали всех, как на тренировках. Нужно сделать последние записи, а потом наступит время выйти за дверь. Я хотела быть с ними и помочь каждому, но я знаю, что они не подведут меня. Мы собрали наборы для выживания точно по инструкции. Я посоветовала всем как можно быстрее и дальше убежать от убежища 76 сразу же, как только дверь откроется. Мы не знаем, что нас ждет. Волтек утверждает, что мы последняя надежда Америки. Скоро мы выясним, так ли это. Прошел еще год. Продолжаем выполнять задания. Важнейшие вопросы. На сегодняшний день 6 жителей находятся под дисциплинарным арестом. Это максимум за последние 4 года. Офицеру по вопросам морального состояния удалось прекратить распространение самых жутких слухов об Апалаче, о мутантах-людоедах, обжигающих дождях и так далее. Но напряжение все еще не утихло. Вообще-то поддерживать порядок нетрудно. У большинства жителей внушительная родословная, скажем так, но способные люди иногда ведут себя высокомерно. И это испытание для моего авторитета. Я сталкиваюсь с этим чаще, чем хотелось бы. Гидропоника работает на пределе, чтобы обеспечить наши нужды. Мне очень не хочется вводить принудительное распределение продуктов, но в 2101 году этого вряд ли можно будет избежать. 76-е забито людьми до отказа. Мы этого не предусмотрели. Лучшие достижения. Церемонии награждения – отличный способ ублажить самое отъявленное честолюбие. Раз уж все здесь так стремятся проявить себя, дошло до того, что кое-кто остался без зуба в борьбе за награду «Лучшая гигиена зубов». Высшее руководство на высоте, как всегда, надежные и преданные люди. Пришлось потрудиться, чтобы унять первых учеников, но прошел еще один год, а мы все еще живы. Чемпионат мира убежища 76 удался на славу. Мяч чуть не разбил музыкальный автомат, но атмосфера в атриуме была потрясающей. Удаленные файлы. Файлы не найдены. Ясно. Воспроизвести голозапись. Or should I say direct communication? Because whoever is listening.
Ясно. Она, видимо, нам хочет что-то сказать, но перевода нам не предоставил тот Говард. Спасибо, тот. Так, здесь что взять? Ничего нельзя. Может быть, где-то какая-нибудь пушка спрятана? Она бы мне пригодилась, я думаю. Так. Вам нужен пункт приготовления пищи? Используйте камп. Новый дом вам поможет камп. Предмет роскоши? Камп. Военный корабль? Ой, ну тогда нет. Покинув убежище, вы можете построить камп. Для этого войдите в меню пип-боя и нажмите Z. Ясно. Да, здесь этих кампов дофига и больше. Шкафчики, я думаю, все не активны. О! Ну, привет. Первый выживший, который встретился на моем пути. Чё тут? Очки? Дай очки мне. Дальше нам сюда, да? Что стоим, кого ждем? Так, что у нас здесь? Терминал службы безопасности. Инструкции по безопасности для убежища 76. Конфиденциально, конфиденциально, конфиденциально. Только для сотрудников службы безопасности. Убежище 76 – одно из самых важных и ценных убежищ нашей организации. Принимая во внимание тот факт, настоящие приказы необходимо выполнить любой ценой. На кону стоит судьба Америки. После получения уведомления об активации, ваша группа получает полномочия при необходимости действовать по законам военного времени. В случае возникновения препятствий или опасностей, мешающих вам доставить жителей в убежище, вам следует действовать самым решительным образом. В убежище могут находиться только допущенные и одобренные лица. Все остальные считаются вражескими вражескими комбатантами. Смотритель убежища располагает особой инструкцией, которую он будет соблюдать после получения уведомления об активации. После завершения процедуры входа ваша группа должна сложить оружие в специальные контейнеры. После этого вам следует ждать дальнейших указаний. Доверьтесь своему смотрителю. Подчиняйтесь своему смотрителю. Помните, что все до единого участники вашей группы были специально отобраны для этой миссии, потому что Волтек верит в вас. Если вы будете работать вместе, у вас все получится. Отчет о несчастных случаях. Пьянство и нарушение общественного порядка. Джилл застала М. Томпсона за распеванием песен во всю глотку во время ночного цикла. Он пробрался на склад Возрождения и позаимствовал упаковку в количестве 6 штук. По правилам кража карается изоляцией. На какой смысл? Через 2 дня все равно все выйдут. Отправил Томпсона в камеру. Пусть проспится. Расследование нападения. Накамура расследовал жалобу старины Джейка. Джейк заявил, что Эд Джефферсон толкнул его с намерением нанести телесные повреждения. Накамура нашла свидетеля, который показал, что Джейка легонько толкнули в сторону после того, как он обозвал Джефферсона бестолковым бараном. Спросил босса, следует ли привлечь Джейка за подачу ложной жалобы. Босс сказал, что формально на Джейка все-таки напали. Ну и дело заглохло. Терпеть не могу юристов. Расследование несанкционирования нагодоступа. Прошлой ночью терминал 023B был взломан. Расследование Сэнди не дало результатов. Был получен доступ к файлам Возрождения, и это привело босса в ярость. А чего он ждал? Половина жителей чертовы гении, и как мы можем защитить от них закрытые файлы? Удвоил число людей в смене, так что теперь будет больше следящих глаз. Как будто это поможет. Расследование кража. Очередное заявление Джейка. Опять. Поручил это Накамуре. Только у нее нет желания придушить этого парня. Джейк заявил, что из его комнаты пропала коробка сахарных бомб. Он требует от нас расследовать это дело. Коробка сахарных бомб приказал Накамуре прекратить расследование. Скоро возрождение, и у нас есть дела поважнее. Действительно. Журнал службы безопасности. Последняя запись.
25 лет на службе, ни одной потери среди личного состава, чертовски трогательное прощание. Я подал еще один уже последний рапорт с просьбой вооружить жителей перед открытием двери. И как всегда мне было отказано. Искренне надеюсь, что многие поколения спустя люди будут приходить сюда, чтобы прочитать эту запись и восхититься целеустремленностью своих предков. Нам предстоит возродить Америку из пепла. И все же я должен признать, что мне страшно. Если хотя бы часть экспериментов в других убежищах пошла не так, от одной мысли об этом мне начинают сниться кошмары, а я знаю об этих программах не слишком много. Если мы будем держаться и работать вместе, у нас останется шанс. Утечка информации. Пришлось посадить Кейси под замок. Она проболталась об уведомлении об активации. Только от этого уже никакого, но приказ есть приказ. Согласно протоколу, мы объявим эвакуации только завтра. Но нетерпение уже кто-то вмазал мне, по-моему, по роже. Но нетерпение уже витает в воздухе. Ребята спрашивают меня, чего нам ждать снаружи. Бомбы вывели из строя все наши внешние сенсоры, так что мы не знаем ничего, работают только резервные счетчики Гейгера. Сплетни ползут и множатся. Люди шепчутся о том, кто объединится с кем после возрождения. Я опасаюсь, что самой серьезной угрозой проекту станет не внешняя опасность, а раскол, назревающий изнутри. У жителей убежища много достоинств, но бог знает, что случится, когда мы наконец спустим их с поводка. Финальные процедуры. Команда выполнила все требования уведомления об эвакуации с похвальной скоростью. Память компьютеров стерта, второстепенное оборудование отключено, наборы возрождения выданы будущим колонистам. Мы уложились в рекордное время, в точности как во время учений, а их последние годы было много. Кое-кто ворчит из-за того, что мы выпускаем людей на свободу без надзора со стороны смотрителя, но в основном все прошло как по написанному. Все. Так. Ты чё, падла? Ты кого вздумал бить? Если б не режим пацифист, я б тебе... На! Так. О, какой тревожный момент. Одежду можно носить поверх любого предмета брони. Путешествуйте по Апалаче и стильно. Окей. Спасибо за подсказочку. Посмотрим, где мы сейчас окажемся. Ну вот, и первый вылет. Мне интересно, вот над ним цифра 3, это уровень? Уровень 2. Спешл. Ты. Ах. А вот и параметры спешл. Сила определяет физические возможности вашей мускулатуры. Какой вес вы можете нести и сколько нанесете урона в ближнем бою. Восприятие влияет на точность оружия в ВАЦ, а также определяет вашу способность замечать то, что происходит вокруг, включая скрытное перемещение. От выносливости зависят максимальный запас здоровья, расход очков действия при ускорении, а также иммунитет к различным заболеваниям. Харизма позволяет вам обмениваться способностями более высокого уровня, а также влияет на размер наград от групповых заданий и цены при обмене. Интеллект влияет на умение взламывать терминалы, определяет износ и прочность создаваемых вами предметов, а также компоненты, получаемые при разборке. Ловкость определяет быстроту ваших рефлексов и точность движения, от нее зависит число очков действия в ВАЦ и способность действовать скрытно. Удача определяет ваше общее везение, она влияет на скорость заполнения индикатора критической атаки, а также определяет износ и прочность найденных предметов. Предлагаю выбрать интеллект. Так, карточка. Первая помощь. Стимуляторы восстанавливают здоровье на 15% эффективнее. Принять. Угу. Так.
это все мои способности, правильно я понимаю? Выбрать. Так, надо понять. Выбрать. Все, да? Все, она вставилась. Ясно. Так, предметы, одежда, очки. Ну да, так будет неплохо. А как там сделать фото? Так, карта сюда. Фоторежим. Пойдет. Ну что ж, куда нам? Найти камсмотрительниц. Ну вот, отправляемся в путь. Прощай, убежище 76. Смотрительница сказала, что установит камп чуть дальше, у дороги, к югу отсюда. А как нам отметить... Прекратить отслеживание? Нет. Значит, он у нас все-таки отслеживается. Ага, вот вижу отметочку задания. Погнали. Так, а вот и первый трупешник. Пол, хочу попросить тебя, как обычно, сходить на ежемесячную разведку к убежищу 76. Рано или поздно оно все-таки должно открыться. Будь осторожен, пару дней понаблюдай и возвращайся. Мария. Тесак, довоенные деньги. Угу. Оружие. Добавьте оружие в список избранного с помощью C, чтобы быстро получить доступ к избранному. Закройте меню Пипо и используйте колесо прокрутки мыши или клавиши с цифрами. А. Все, ясно. Ясно и доступно. Есть еще трупы с полезными плюшками для меня. Ух, какой я грозный. Так, а вот и первые враги. А это что у нас такое? Освободитель. Так, ты в кого стреляешь? А? Так, что-то мы подобрали. Где второй? Где второй, я спрашиваю? Иди сюда. Стальной лом. Уничтожить роба на испытание. Робота испытания пройдено, ясно. Ядерная батарея, свинцовый лом. Боеприпасы можно покупать у роботов-торговцев или у других игроков, а также изготавливать самостоятельно с помощью ремонтного верстака. Понятно. Очень странно, он как-то фокусируется. Вот дом. Картинка размытая, или мне кажется. Грязноцвет. Необходимо есть, чтобы избегать истощения. Выберите вкладку «Пибоя предмет», откройте раздел «Помощь», осторожно, со временем еда может испортиться. О, что это за построечка у нас? Так, а ты кто такой? Лягушка. Иди сюда. Так. Убить существо, лягушачье яйцо, урановая руда. Хоть. Извини, лягушка. Кто сильнее, тот и выживает. Ты ни в чем не виновата.
Так, что у нас тут есть? Пункт изготовления пищи. Так, спасательный круг, серебряная столовая ложка. Я думаю, все пригодится. Изготовить. Что мы можем изготовить? Ну-ка, давайте посмотрим. Узнавайте новые рецепты из кулинарных книг, а также собирая новые растения или мясо. Угу. Все напитки. Ничего не даст. Грязная вода, дерево 5 из 1. Грязной воды нет. Лечение. Ничего. Приготовление. Ничего. Разное. Ничего. Растение. Ничего. Выйти. Так, поднимемся-ка наверх. О, банджо. Играть. Губная гармошка. Играть. Первая помощь. Форсаж, очищенная вода. Препараты делают вас лучше, однако эти улучшения недолговечны. Кроме того, нельзя использовать несколько препаратов одновременно. Угу. Будем иметь в виду. Так. Давайте отправимся дальше. Нам все-таки надо найти кам-смотрительницу. Насколько далеко, кстати, мы продвинулись? Угу. Тут есть какое-то здание. Предлагаю отправиться к нему. Оно не так уж и далеко. Давайте посмотрим, что там у нас есть. Ну, по пути будем оббегать точки, чтобы ничего не пропустить. Так, грязноцвет. Не знаю, зачем ты мне нужен, но я тебя возьму. Что у нас здесь есть? Давайте-ка осмотримся хорошенько. Кстати, вот мне вот интересно, а другие люди, когда лутают территорию, обнаружена хижина самогонщика. Ага, значит, здесь должно быть бухлишко. Раз уж это хижина самогонщика. О, ты кто такой? Так, отстань. Кто ты? Вещь. О, он взорвался. Фу. Фу, клещ. Фу. Что это тут у нас? Оружейный верстак. Угу. Разобрать предметы, изготовить, модифицировать или починить. Разобрать. У меня есть что разобрать? Головной убор для вечеринки. Вес 10, цена 15. Так. Я могу разобрать? Формованная пластмасса, необработанный текстиль. Принять. Довоенные деньги. На что они? На текстиль. Принять. Так. Ты кто такой? Еще один клещ. Что? Кровь клеща. Кровяной мешок клеща. Так. Я еще не все изучил. Угу. Антисептик. Ясно, это не надо. Ага, пластмасса. Разберем. Разобрать. Принять. Серебряная ложка. Серебро. Спасательный круг. Пластмасса, пружина, резина. Принять. Так, кстати, а если я разберу кровяной мешок клеща, он на что разберется? На антисептик. Вот оно как. Принять. Е. Изготовить. Можем ли мы что-либо изготовить? Ну, конечно же, не без багов, да? Мы ничего изготовить не можем. А, модифицировать или починить? В общем, понятно. Пункт изготовления пищи. Так, что у нас здесь? А здесь, я так понимаю, производился самогон.
Стимулятор. Пригодится изоленты ножницы. Так. Лаборатория. Изготовить, разобрать предметы. Изготовить. А здесь мы можем изготовить, да? Все напитки, лечение, стимулятор разбавлен, доступные рецепты. Очищенная вода, стимулятор. Мгновенно восстанавливает часть здоровья, после чего исцеление продолжается с более низкой скоростью. Кстати говоря, почему бы и нет? Только вот я не знаю, попадется нам ли нам еще очищенная вода. Ну давайте сделаем. Сделать. Так, повысили уровень. Больше мы ничего не можем сделать. Так. Мы, кстати, что-то подняли. Давайте еще разобрать по... Изолента. Клей, текстиль. Принять. Ножницы. Пластмасса, сталь. Принять. Ну и, видимо, все. Больше здесь ничего интересного такого нет, как я понимаю. Да? Да. Что у нас по карте? Тут, кстати, есть какая-то... Корова. Передвинем кометку к ней. Еще один клещ. Кровяной. Мерзкий клещ какой-то. Иди сюда. Он когда красный, так по-моему, взрывается, да? Так, а что это было? Мерзкий клещ. Стимулятор. Шпилька. Радикс. Антирадин разбавленный. Радикс разбавленный. Кровяной мешок клеща. Порох. Вот это неплохо мы так с него подняли. Так, я тут меточку, по-моему, передвинул на коровку. Не знаю, что это такое, но пойдемте посмотрим. Исследовать так исследовать. Тем временем рассвело. Грязный цвет. Рододендрон. Так, нам куда-то туда. Здесь мы уже были. 30 шагов. Так, аккуратно, не падаем. Рододендрон. И... Куда мы пришли? Что здесь есть? Судя по всему, здесь ничего нет. Так, а нет, тут что-то есть. Это у нас что такое? Иди сюда. Освободитель тип 0. Так. Стальной лом. Стальной лом. Какой-то стол. Плита. Угу. Изготовить. Все так же пока ничего не можем изготовить. Интересно, что мы можем... Помощь. Антирадин. Грязноцвет. Пища 1%. Радиация. Шанс заражения. Кровь клеща. Радиация 15. Здоровье 20. Восстанавливаю. Лягушачье яйцо 10. Пища 3. Стимулятор. Здоровье 46%. Странно.
Ладно, пойдемте дальше. Тут есть какой-то маяк. Предлагаю по пути отправиться на маяк. Передвинуть метку. Маяк. Пойдемте на маяк. Я, конечно, не знаю, правильно ли я делаю. Но почему-то мне вот прям хочется поисследовать прям по пути. Я вот прям бегу, и у меня такое впечатление, будто я в Скайриме. О, а это что такое? Здорово, ты кто? У тебя все нормально? Там кто-то воюет. Так. Как нам туда подняться? Так мы сможем забраться, интересно? Давайте попробуем. Насколько мы проходим его? Неплохо. А вот и маяк. Так. События. Это задания, которые могут выполнять все игроки, оказавшиеся на территории, где эти события проходят. Нет, события я, пожалуй, проходить не буду. Тем более, там есть люди, не хочу ни с кем. Так, как заткнуть бы этого мужичка? А я могу теперь убрать, кстати, предметы, эффекты, состояние, информация, побочное, ежедневное событие. R. Отказаться. Отменить это задание? Да. Отлично. Все, исчезло. Хорошо. С этим мы разобрались. Так, хорошо, тогда... Ладно, пойдемте уже к кампус-смотрительнице. Он у нас прямо по курсу. Идти не так уж далеко, пока понаслаждаемся приятной музыкой на фоне. Соберем рододендрон по пути. Я думаю, он всегда нам пригодится. А вот какое-то здание у нас. Что ж, давайте-ка его исследуем. По прошлому опыту сразу достану тесак. Уединенная хижина. Потому что везде на меня нападали. Ну и да, это не исключение. Дворняга уровень 3. Дворняги, давайте подеремся. На. Вас ничего не смущает? Я как-то вас бью. Кто-то еще здесь есть. Иди сюда. Я тебя вижу. Собачатина. Собачатина. Собачатина, кости левой руки. Схема, разделяющаяся осколочная граната. Карта лесных. Учитесь изготавливать новые предметы с помощью рецептов и схем. Для этого выберите вкладку Пибоя предметы и откройте раздел заметки. Карта лесных сокровищ. Ага. Так, там север, тут знак, дом, под домом. Взять. Стимулятор, шпилька, радык, собачатина, порох, череп. Пока будем брать вообще все, чтобы... О, велосипед. Молоток с шаровым байком. Диван. Чемодан, шпилька, ковшик. Это у нас что, пачка сигарет? Возьмем, пригодится. Сейф.
патрон калибр. А вот и первое оружие. Короткий охотничий карабин. Довоенные деньги. Думаю, самое время. Одежда, оружие. Добавим в избранное. Ну, привет. Карабин. Угу. Нажмите Q, чтобы перейти в режим ВАЦ. Нажмите, чтобы атаковать. Так. Ну, пока врагов нету, ВАЦ не активируется пока. Что у нас здесь на столе? Мутафрукт. Ясно. Так, разобрать предметы. Довоенные. Так, ты разобрать весь хлам. Принять. Отлично. Здесь что-нибудь есть еще? Будка собачья. Что у нас здесь? Ага, собачья миска. Мел. Собачьи консервы. Пробирка. Ух ты, там много всего. Так, присядьте. Штатив для пробирок. Пробирки. Возможно, стекло нам понадобится. Что-то тянуться я больше не могу. Да, ладно, хорошо. Опа. Нет здесь больше под низом ничего. Колонка. R собрать. А куда собрать? Радиация сокращает максимальное число очков здоровья. Чтобы избавиться от последствий облучения, используйте антирадин. Хорошо. Видимо, пить мы ее пока не будем. Ладно, давайте двинемся дальше. Нам по заданию двигаться надо в этом направлении. Уже где-то мы слопотали немного радиации, появилась красная отметина. У тебя все в порядке? Что здесь перед... Адиктол, собачья миска, бейсбольный мяч, бейсбольный биток. Консервы. Плюшевый мишка. Плюшевый мишка. Опасность. Опасность. Видимо, кто-то меня видит. Как тебя угораздило, чувак? Что у нас тут? Пусто. Так, по-моему, мы скоро должны уже подойти к месту задания. Возьмем правее, там дорога. А вот и дорога. О, что-то я тут уже, видимо, пропустил. Шпилька, болты, ножницы. Действительно, пропустил пару зданий. Давайте-ка осмотрим. Ох ты, кто такой? У тебя все нормально? Раджаба. Так, хорошо, что тебя убил кто-то до меня. Так, люди бегают. Ну и что? После тебя я хоть что-нибудь найду? Давайте как раз проверим. Обнаружена ферма Виксонов. Да это же гули, черт их возьми. Huh?
Да, точно. Горелый. Ну, привет, горелый. Так, иди-ка сюда, сверху ты. Чудо. Мне кажется, или еще... Да. Только где непонятно. Гладкоствольный пистолет. Ящик с инструментами. Откуда ты стреляешь? Где ты? Наконец-то. Все? Все? Горелый. Верстак. Тут радио. Я думаю, надо его выключить. Оно меня мешает. С тебя я все поднял. Неплохая поза. Гладкоствольный пистолет. Бейсбольный, кастет, клюшка для гольфа, патроны, патроны, охотничий карабин. Ого. Серьезно? Чтобы надеть броню, откройте вкладку пибоя, предмет и выберите раздел одежда. Ясно. Что-то слишком много в тебе было всего. Так, здесь что-нибудь валяется по предметам? Гаечный ключ. Здесь мы все подняли. Здесь тоже. Так, что ж, предлагаю разобрать лишнее. Разобрать хлам, во-первых. Бейсбольный биток. Разберем. Узнать рецепт или схему. Хорошо. Разберу, который похуже. Разобрать. Гладкоствол с патроником. Урон 27. Кастет. Разобрать. О, клюшка для гольфа. Урон 25. Кстати говоря, сколько наносит тесак? 16. Пожалуй, я буду драться клюшкой для гольфа. Кожаная броня. В чем разница? Разберем. Предлагаю оставить самый дорогой. Краснодревенный бейсбольный. Хорошо. Так, что у нас там? 71. Так, одежда. Давайте наденем одежду. Грязная вода. Она нам даст немного шанс заражения. Вода.
давайте-ка выпьем собачьи консервы. Кстати, а собачья консерва восстанавливает очки здоровья, да? И утоляет голод. Дают немного радиации. Так. Я тебя слышу. Я ж так ничего не понимаю, куда стреляю. О! А меня ж так может и убить, и убили. Там сдаться. Ну что ж, хорошо, думаю, на сегодня хватит, в принципе. Продолжим в следующих сериях. Давай уже сдайся. На этот раз хватит. Что ж, если понравилось видео, оценивайте. Смотрите продолжение в следующих сериях. Всем пока.